JTV представляет. Sony Xperia Solo. Разбор. Sony Xperia Solo – первый телефон с технологией бесконтактного управления. Начинаем разбор. Снимаем заднюю крышку. Внизу аппарата откручиваем два винта. Снимаем белую пластиковую накладку. Откручиваем три крестовых и два шестигранных винта. Снимаем черную пластиковую заглушку разъема аккумуляторной батареи. Отщелкиваем разъем аккумуляторной батареи. Отклеиваем стикер, фиксирующий заднюю крышку рядом с разъемом microSD. Отщелкиваем заднюю панель по всему периметру телефона. Снимаем заднюю панель. Отщелкиваем разъем дисплея. Отщелкиваем нижний шлейф. Отщелкиваем шлейф сенсора. Отщелкиваем шлейф разъема гарнитура. Поддеваем системную плату и извлекаем ее. На системной плате находится микрофон, считыватель сим-карты, пользовательская NAND-флеш, считыватель карты памяти, камера, второй микрофон. На обратной стороне находится системный разъем, процессор с флеш, процессор внизу, контроллер питания с блоком питания, радиоблок, NFC-модуль. Извлекаем аккумуляторную батарею. Извлекаем дисплей вместе с рамой из рамы сенсора. Аппарат разобран.